Добрый день, дорогие друзья и гости этого замечательного канала, который ведет Юлия Руфлорида. С вами сегодня снова Надя Эггерс, я риэлтор в Центральной Флориде, в Орландо и пригородах этого города. Это новая застройка 2020 года, был снесен старый домик в этом же районе Колледж Парк. Это район города Орландо, это не пригород, это именно нейборхуд, это именно район. И машин очень много ездит, все смотрят. Вот. И по ценам, по цифрам, это дом 4 спальни, 4 ванных. Размер дома 3372 квадратных фута, что в переводе на метры 313 квадратных метров. Угу. И цена этого дома 849 900. Налог на этот дом 14 тысяч. Если на тот дом был пока что еще 3 тысячи налог, это будет за 2021 год еще будет 3 тысячи, потому что там его только что сдали. Ага. Понятно, да? То есть налог он перевелся на следующий год. В следующем году в том доме тоже будет налог приблизительно такой, 1012, 1013, 1010. Вот. В этом году этот дом, он был сдан до 2021 года, и поэтому налог он уже такой, как он есть, 14 тысяч. В этом районе нет HOA, как я вам говорила уже в прошлом видео, HOA 0. Это супер, вообще замечательно. Это плюс. Мне это очень нравится. Дом стоит на рынке почти год. Я этого не понимаю. Что очень странно. Очень странно, я не понимаю. Причем этот дом мы тоже смотрели с моим покупателем. Его жене он очень понравился, мужу что-то не понравилось, он не смог объяснить. Не смог сформулировать. Я считаю, мне лично этот дом очень нравится. Давайте его посмотрим, почему мой клиент выбрал не этот дом, а другой дом. Да, только хорошо. Он первый какой дом смотрел, тот или этот? Сначала этот, потому что этот уже давно на рынке. Мой клиент смотрел этот дом, его жена уговаривала купить, он ни в какую. Потом увидел тот, влюбился и сказал... Потом увидел тот и в первый же день сделал офер. Вот бывает же такое чудо. Угу. Хотя этот дом мне вот реально... Вот я была с его женой на одной волне, он мне тоже очень понравился. Я так и не поняла, почему клиенту он, мужу не понравился. Но давайте посмотрим, может быть, вы как-то определите причину. Да, кстати, будет интересно. Будет кот интересно. Вон уже сейчас хочет зайти. Не, вообще-то наглый, да? Ну вот это, может, слушай, быстрее продастся, да, если котяра войдет. Ой, слушай, да, кис. Кот, ну вас женщина не поймет. Да, то идите, то не идите. Он уже лапкой наступил туда. Красивый кис такой. Дымчатый, посмотрите, какая прелесть. Домашненький, видать. Очень хороший. Только в дом не заходи пока, потом мы тебя не найдем. Ага, слушай, правда. То заходи, то не заходи. Так, здесь классно, что все еще с мебелью, да? Офис, здесь с мебелью, да, потому что он еще стоит на продаже. Это все стейджинг, то есть мебель вся именно для продажи. Она тоже так же вывезется, как из того дома. Угу. Здесь офис. Красиво. Это не спальня. Если в том доме на первом этаже уже была спальня с ванной, да, сразу при входе. И гардеробная. То они, скорее всего, будут использовать как офис. Здесь это просто как помещение офис. Ну, да, а это спальня. Нет гардеробной, нет ванной. А эту мебель можно купить? Вот, допустим, я покупатель этого дома, мне мебель прям очень сильно понравилась. Продаст продавец? Да, но загнет цену. Это не продавец, а вставляет. Стейджинговая компания. Это специальная компания. Mm-hmm. Если продавец даст координаты компании. Пустите! Саня, пусти! Слушайте, я его домой хочу увезти. Так, классно, все, в общем, да. Смотрите, какие двери здесь. И окна. Смотрите, как. Ага. Раздвижные. Как это? Ку-ку, меня закрыли. Это называется по-английски... Ой, все, меня закрыли.
А, наверное, только я смогу, да? А? Или я не смогу? А, кнопочка вот. Замуровали демоны. Здесь я вижу, что это стандартно куплено в Home Depot. Ну да, 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 это правда, это правда. То есть это не custom-made. Вот. Да, тот дом, я тоже обратила внимание, что в том доме каждая деталь была продумана дизайнером просто до мелочей. Как там, для себя делал. Как для себя делал. Здесь, мне кажется, вот все более... Все более стандартно, более как стандартно. Бы, да? Они поехали в большой дистрибьютор-центр какой-то, да. И накупили всего. Полы. Я поняла, почему. Перила. Потолок. Что потолок? Что потолок? Почему он стоит на рынке? Не понравилось. Да, что не понравилось. Почему он выбрал тот дом, а не этот? Ну, потолок здесь, видишь, какой? Что, мне очень нравится. Но в этом есть... В этом есть что-то. Мне нравится, как-то уютно. Ну, то есть... Ничего не говорю. Уже нет, уже понравился потолок. Интересно, да, как? Странно. Не-не, правда, так интересно. Ой, а тут смотри, какое-то местечко такое. Здесь уютненькое. Такой, да, дворик. Как кофейный дворик. Да, что-то здесь можно такое придумать интересненькое. Угу. Ну, кухня, я здесь смотрю, тоже она попроще. Я же стала, когда да. Я увидела оба дома, я стала сравнивать, но все новое, красивое. Она немного попроще, там, если кухня была до потолка, помните? Да, да, посмотрите, здесь уже не до потолка. Здесь проще сама вытяжка, например, так духовой это шкаф. Меньше, да? Меньше по метражу. Ты знаешь, по метражу нет, он нет. Больше. Кажется, вот эта площадь меньше. Вот значит, эта площадь, я да, знаю, меньше. Что там еще бонусная комната есть большая, куда-то этот метраж... Делся все-таки. Делся, да, где куда-то он ушел. Да, ну... Смотрите, а здесь не такие глубокие шкафчики. Ага. Но все равно очень красивые, приятные, белые. Это уже когда начинаешь сравнивать уже что-то. Но здесь очень красиво, приятно. Посмотрите, какая красивая столешница тоже, да. Мне тот больше нравится. Вот видишь, вот. А вот почему? Объясняй. Не знаю, ну вот потолок. Тебе потолок, первый, да? Наоборот, кстати, техника та же, да, тоже кафе? Тоже кафе, да, кстати, да. Я не обращала внимания. А это ведь другой застройщик, да? Другой застройщик. Но да, вот какие-то элементы такие мне же берет. Мне нравится Island, остров. Да, островок вот этот. Да, да, тоже. Ну да, здесь немножко попроще. Снизили цену, чтобы продать. Это очень хороший знак. Если кому-то такой этот дом понравится, он еще будет на рынке, можно и поторговаться еще. Ну, естественно, не в 100 тысяч, но еще 1020 может быть скинуть. Окей. Может быть, он так долго стоит, потому что они не скидывают. Никто не знает. Ага. Ну, если что-то очень понравится, можно спросить у стейджинговой компании, они, может быть, продадут. Ну, просто дорого продадут. Да, давайте пойдем... последовательно, чтобы ничего не упустить. Что это такое у нас? Это кладовочка. Угу. Тоже здесь можно поставить всякую домашнюю утварь, пылесосы и так далее. Вот полочки. Классно. Свет. Все есть. И здесь такой дополнительный, мне да, еще островок? Такой островок, потому что здесь можно поставить... кофеварку, да. Здесь можно поставить все вот эти приборы, тостер, и это не будет... Ну да, на виду, да? Да, прикольно. А здесь нет кофеварки в этом холодильнике? Вот. А, кофеварки нет? Вот нет кофеварки, поэтому тот взяли. Слушай, я в том доме, я забыла сказать, там плитка была, если вы обратили внимание, потом пересмотрите это видео. Там была плитка доставлена с Италии, какая-то тоже custom-made. Нигде здесь... такую не найдешь, а это вот тоже стандартная она достаточно. Стандартная. Ну, на да. самом деле это очень все выглядит вместе. Хорошо, конечно. Цветовая гамма, они все хорошо продумали. Угу. Все понятненько, ну давайте дальше. Хозяйская спальня, проходи. Вот она, да? Вот она, хозяйская спальня. Ух ты. Большая комната, да, вообще? Да, большая. И потолок, посмотри, как красиво они сделали. Угу, потолок такой... ступенчатый. Двояко выпуклый.
И здесь, как всегда, у них выход на балкон, на бассейн, на зону отдыха, в мастер-бедрум, я имею в виду. Так, туда мы пройдем попозже. Попозже пройдем. Здесь да. Гардеробная. Гардеробная. Хорошая. Полочки. Интересно, здесь что этот застройщик уже поставил гардеробную. Застройщик не поставил. Застройщики обычно не ставят. Обычно эти комнаты, они приходят пустые. И уже покупатель... Тот, кто первый владеет домом, он сам обставляет все, да? Угу. Так, проходим в ванную. Хозяйская ванная. Здесь две раковины. Так, здесь есть ванная и душевая. Ну да, здесь, конечно, более стандартно все, да, и плиточка. Ну, все красиво, все хорошо. Красиво. Да, мне нравится такое светленькое все. И да. Цветовая гамма хорошая. Да, хорошая. И цветовая гамма, и вот тут вот тоже это все камень. Очень даже приятно. Смотрите, тоже такая барндор. А, вот так вот дверька открывается и закрывается. Замечательно закрывается. Знаешь, я ошиблась, здесь еще есть одна спальня. Да, я тоже вот подумала, что вроде бы... Вроде бы есть. И вот тут увидела краешек спальни. А, вроде как будто бы для детей. Так, вот тут вот. Ну да, или гостевая. Вот тут вот ванная, туалет. А, шалашик, смотри, как сделали. Прикольно. Заходите. Для ребенка. Ага. А, и вот здесь вот получается на полу карпет. Уже карпет, да. Да, здесь, кстати, в спальнях, как... и наверху тоже в спальнях ковер. Ковер, да. Вот опять же. Не, кому-то может быть лучше ковер, да, для детей. Кто-то наоборот принципиально для детей хочет. Да. Возможно. Так, значит, мы посмотрели здесь все. Да, посмотрим, как здесь во дворике. Здесь уже зато же бассейн есть. Здесь? Так. Сам двор поменьше, да? Угу. То есть лот здесь, земля меньше. Там был дабл лот, здесь. Угу. Ну, с одной здесь стороны, там... кому-то так и надо, да, чем ухаживать за большим количеством конечно, земли. Да, правильно, да, все это стричь, ухаживать. Дерево. Как бы забор сделали вокруг дерева. Да, обратите внимание, тоже. Просто. Не повредят бассейн? Да, интересный момент. Как будто дерево вросло. Ну, просто этим деревьям, наверное, лет 100, а может быть даже больше. Возможно, да, так что его не стали срубать. А сделали часть экстерьера. Вот такой вот небольшой бассейн. Не заскриненный. Зона отдыха. И вот здесь вот можно ставить барбекю и шезлонги, например. Так, смотрим гараж. Рядом с ходом есть гараж. Там, кстати, на две машины. Фон в гараже уже был покрыт эпоксидом. Да, 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 покрашен. Угу. Тоже на две машины. Да. Ландри, вот комната. На две машины. На две стиралки и сушилки. Здесь есть раковина. Да, тоже есть раковина. Угу. Хорошо. Так, поднимаемся на второй этаж. А что ты прошла? Упакованы. Ну, извините. Вот, обратите внимание, какая красота. Все, идем на второй этаж. Упакованную лестницу. Ну нет, это, конечно, не кованый, да, это просто уже стандартный, но тоже выглядит хорошо. Здесь тоже дерево на полу. Уж паркетная эта доска или не паркетная, непонятно. Но похоже на дерево. Ха, прикольно.
Тоже такой же потолок. Это бонусная комната, ага, тоже получается. То есть это не спальня, здесь можно поставить диван, телевизор или... Плей-рум, да, что-то такое. Игровая комната. О, да. Классно, что такое большое пространство под стеклом, что вокруг так светло из-за этого. По поводу кредита, финансирования. Значит, если стоимость дома 860-850, к примеру, да, я делала приблизительные расчеты, то кредит дается только на 540 тысяч. Остальное все нужно платить в down payment. То есть conventional loan дается на 540 тысяч. Если вы будете... подходить под jumbo loan, я не буду объяснять, что это такое, это не моя профессия, это совершенно другой вид кредита, это свыше 540 тысяч. То есть я рассчитала кредит, если вы берете просто обыкновенный conventional loan, да, обыкновенный кредит. В этом случае вам придется платить приблизительно 300 тысяч down payment, 300-310, в зависимости от цены, 610-650. 640 или 670, это будет приблизительно одинаково. Процент 2,75%, но это опять-таки у каждого своя история, у каждого своя кредитная история, у каждого своя зарплата. Процент, он, естественно, меняется. Это может быть и 3%, и 3,25%. Это под каждую историю свой процент. Но я знаю, что моему клиенту дали 2,75%. И из чего получилось в месяц 2200. Неплохо. 2200, да, в месяц, неплохо, да. Плюс налог за год и плюс страховка. Страховка вышла 1500 всего. Это тоже не в год, потому что да. А, в год вообще нормально. В год. Это все в год. Нормально. Налог в год и страховка в год. В общем, да, получается 1500 страховка. На самом деле это недорого, потому что конструкция новая, и, естественно, страховые компании дают лучшие условия. Это на 30 лет, правильно? Кредит на 30 рассчитан, да. На 30 лет. Хорошо. И в аренду что один дом, что второй дом может уходить где-то около 6000 долларов. 6 тысяч долларов в месяц стоит такой, да, домик. Угу. Именно новый дом, потому что старые дома сдаются по 4 тысячи, которые поменьше, постарше, 1900 мохнатых годов, они сдаются где-то по 4 тысячи. Новые дома уже сдаются. Этот в 19-м, да, построен? 2020-й. Только единственное, даже 20-й. Почему он... Да, он был построен в начале 2020 года, а тот в конце. Окей. На этом, наверное, все. Если есть какие-то вопросы, спрашивайте, я с удовольствием отвечу. Юлия тоже очень активно отвечает на все вопросы. Но скоро, может быть, тоже станет риэлтором. Она уже все знает. Нет. Каждый будет свою работу делать. Я буду блогером. Спасибо, что вы нас смотрите. Нам очень приятно. Нам очень приятно читать любые комментарии. Сегодня мы действительно показали вам два похожих дома. Нам будет интересно услышать ваше мнение. Пишите, смотрите. Всего хорошего. Пока-пока. Пока. Кисочка! Кися, кися! У нас нет ничего поесть тебе. Кись! Ну что такое? Ты нам будешь мешать, да? Ну извини, у нас нету ничего. Покусать нету ничего. Ты домашний вообще, котяра? Почему у тебя нету ошейника, а? Почему нету ошейника? Котя, котя. Ну нет у меня ничего покушать, извини. Ничего. Ну ты такой, вроде бы, не худенький. Домашний.